Лисички, привет, зритель. Кто бы мог подумать, что она ко мне приперлась, а потому что хочет лисичек сажать. Ты уже, наверное, пятый или шестой гриб по счету. У меня картошка почти... Ну, короче, картошки на завтрак было мало, а лисичек было больше. Вообще, как бы, я вчера их еще начала есть. И завтрак у меня обед. Потому что я хоть и легла рано, но проснулась в 6 и уснула в 9. Эй, ну нельзя же так нагло в тарелку хозяину. У хозяина это было второе. Короче, я задумала, пораньше встану, раз пораньше легла. Да и да, и раз это начала. Хрен ты, нефиг туда смотреть, да и дай гриб. Но получилось, что встала в итоге, понял. Хотела доехать до Вайберс за молоком, но... Ой-ой-ой. Ну на, последний гриб. Там как-то пасмурно, значит, чуть раньше потемнеет. И потому решила лучше по цветочному прогуляться. Там в одном месте кое-что посмотреть. Вообще давно не было прорезано. Ну вот тут как бы обедаю. На самом деле это завтрак. Она ко мне стабильно на ноги прыгает перед мной столом. И мур-мур-мур, тут что-то так это в тарелку глянет. Думаю, ну не может быть, чтобы кошка ела грибы. Ну вот внезапно может быть. Ты не думай, зритель, это я потом с мылом мою. Хотя, если ты хочешь, зритель, можешь прийти ко мне в гости, я тебе это скажу. Зритель, тебе чистую тарелку? Или кошкой вырезанную? Какой-то анекдот такой был, я правда не помню там. Конкретно, но суть примерно такая. Там, видимо, что-то интересное в окне. Вообще жуть. Кошка жрет грибы лисички. Вон там у меня арахисовая паста. А в печке у меня тыква с яблоком делается по рецепту тети. Там у меня шоколадная штука с финиковой пастой. Эти зеленые бананы, которые вот, ну, не все зеленые бананы становятся конкретно нормально желтыми. Они вот до такого состояния дошли. А желтые такие желтыми, ну так, короче, и не стали нормально желтыми. Ну что, пока, зритель.